Глава Владивостока проверил готовность городской службы к зиме. В этом году на борьбу с непогодой на улицы города выйдет 212 единиц спецтехники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Вся эта техника, которую мы плюсом добавили в этом году, она в строю. Песко-солевая смесь готова, все химреагенты наготове. Люди, дополнительные механизаторы тоже в строю. Отслеживать погоду будет дорожный патруль с метеостанциями. Они будут размещены на самых высоких городских точках. Также, по словам руководителя муниципального предприятия, будут заключены дополнительные договоры при вывозе снега. Заключаться будут договора с подрядчиками, у которых есть самосвалы с большими высокими бортами для более быстрой вывоза снега. В крае уже стоит минусовая температура. Водителям следует сменить летнюю резину на зимнюю, так как несвоевременная замена может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. А при неблагоприятных погодных условиях лучше воспользоваться общественным транспортом. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.